И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, CCM ресурс, вот хочу его попробовать, да? Как говорится, если вы еще лепите, то я иду к вам. Давайте попробуем зарегистрироваться. Так, тут вот такая штука на бесплатную. Так, CG Group. Итак, после регистрации, значит, создание 3D-модели, нужно загрузить картинку. Я ее скачал с Пинтереста. Так, попробуем, как она бюсты делает, да? Так, смотрим, сейчас она должна высветить вот эта штука, как это все дело работает. Так, и что теперь? Мастер. Так, и что? Начальный просмотр. Так, и что теперь? Угу. А, на картинку нажимаем. Во, какая хрень. 4 начальных вида. Ух, ё, ну это ужас какой-то. Согласитесь, да? Что-то он по бюстам назад. Удаляем. Так, удалить. Пробуем еще раз. Может быть, адекватнее загрузит, да? Не понимает, значит, нейросеть, что это человеки, да? Какая гадость, а ну-ка. Точно так же сгенерировал, это ужас какой-то, а? А ну-ка. Версия модели Turbo. Модель версия, ага. Загрузить изображение, начальный предварительный просмотр. Доработать модель. А ну-ка, предварительный просмотр. Что получится? Должна быть готова через несколько минут. Так что приготовьтесь себе чашку чая и заходите поскорее. Ты, да я вижу, что уже хрень ненормальная. Итак, прошло где-то минут 30, и получилась вот такая вот гражданка. Но это пока начало, думаю, это будет дальше. Так, уточнение сетки, давайте уточним. Ваша предварительная модель сгенерирована, не волнуйтесь, если сейчас она выглядит немного грубо. Создается усовершенствованная модель HD качества. И это стоит того, чтобы подождать. Ну, давайте опять ждем. Итак, прождал я, значит, час. И давайте все это дело сохраним без доработки сетки. Потому что полюбасу ее придется переделывать. Давайте лучше переделаем. Быстрее будет. Так. Открываем, сохраняем. Смотрим в просмотрщике, что он нам там высветит. Мама, не горуй. Ну, в принципе, давайте посмотрим, что с нее можно будет сделать. Да, вот такая вот болванка. Погнали. Значит, ZBrush и импортируем сюда нашу вот эту, значит, модельку. Ну, так что? Так-то со стороны она, конечно... Вроде сдалека выглядит, но это нам не подходит. Давайте кое-какие манипуляции сделаем, да? Значит, Ctrl. Мы вот это все сейчас замаскируем. Вот это все мы сейчас отделим. Вот так вот. Без симметрии, просто отсобачим. Маской сейчас пройдемся. Так, давайте я отключу, наверное, цветность, а то я не вижу, что я тут мажу.
Так, это все дело, значит, маскируем, маскируем. Ctrl, левая кнопка мыши. Так. Так, вот здесь, конечно, уже маску бы надо включить. И, значит, ну, где-то так, да? Так, Ctrl, Alt, если куда-то залезли. Так, что у нас тут? Ай, мама, не горюй. Ну, дальше оно будет лучше, конечно. Может, даже скоро вообще лепить не надо будет, да? Ну, так и будет, скорее всего. Я уже в многих роликах все это дело говорил, что Ctrl-W делаем, отделяем все это дело. И делаем волшебную кнопку Split, Group Split. Окей, отсоединяем. Вот этот весь хлам. Так, значит, на модели весь хлам вот этот, который выпирает, мы делаем ему Ctrl-W, нажимаем на нашу модельку, закрываем вот эту гадость сюда. И теперь делаем геометрии и делаем Modify Topology Del Hidden. Так, что у нас получается? Светность включаем. Бу-бу-бум. Ай-яй-яй-яй-яй, какая гадость, господи, прости. Так, ну ладно. Что мы теперь делаем? Мы теперь добавляем Appen, добавляем сферу. Уменьшаем сферу с помощью транспоза. Подгоняем ее к нашей голове. Да, прям подгоняем, что там говорить. Так, уменьшаем, включаем наш волос. В принципе, где-то вот это будет наша голова, да? Так, чуть-чуть ее, значит, сплюснем. И вот эту нашу персонажу, вот эту, давайте немножко покрутим, повертим. Подгоним, значит, симметрия где-то будет вот здесь. Нам нужно поймать нос. Так, ну, как-то так-то, я думаю, да? Так, что мы можем с этим сделать? Так, правильнее будет ее перекрутить на другую сторону. Вот так. И попробовать сделать... Так, попробовать сделать ей зеркалку. Значит, это геометрия mirror. Ай-яй-яй-яй-яй, да? Вытягиваем... Включаем флур, чтобы видеть хотя бы где находится что-то у нас. Так, перекручиваем по линии, ставим на нос, делаем mirror. Так, и мне персонаж уже не нравится. Так, 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 Ctrl-Z. Персонаж мне уже не нравится. Почему? Да потому что вот так попробуем поставить под другой угол. Mirror. Тоже не Alice Good. Так, что тут не так? А ну-ка, Move Topology. Так, подтянем, подправим. Вот так, да? Ну, шею потом доделаем. Так, вот я не могу правильно, адекватно, значит, подобрать ей размер ее фейс лица. А ну-ка, мира. Так, не в ту сторону, Ctrl-Z. Угу. Mirror. Ну, что такое за убожество, да? Shift-Z. Так, нос тонкий. Ctrl-Z. Во.
Ну, как-то так еще куда ни шло. Так, теперь разворачиваем ее назад. Вертится очень плохо, потому что я ее по центру не поставил. Так, разряжается батарея. Под зарядку поставил. Так, есть такое дело. Так, если мы сейчас, а ну-ка, делаем мир, она опять сужается. Значит, нам нужно ее вот сюда аж перевести. Еще раз делаем мир. Это уже, как говорится, много, да? А ну-ка, мир. Ctrl-Z. Так. Через Alt поставим по центру, попробуем еще раз подтянуть. Ну вот, где-то так вроде она, ладно. Так, проще, конечно, делать пока самому, наверное. А ну-ка, Ctrl-Z. Тут делов-то в этом персонаже не намного, да? Их симметрию ставим, значит, вытягиваем ей лоб, черепушку. Так, получается пока что-то такое. Давайте все это дело объединим. Не знаю, что получится. Ну, один фиг, что-то ж получится. Так, делаем merge down. Окей. Ну и сделаем геометрии DynaMesh. Переделаем сетку. Так. Выгладим где-то что-то, покрасим потом другой модели, ну, в смысле, с картинки, да? Так, теперь давайте пока стандартной кисточкой поменьше и, значит, набросаем ей уши. Так, блин, в этом цвете вообще нифига не вижу. Так, отключу-ка ей пока цветность. Так, шифтом выглаживаем, Move Topology, подкорректируем ей ухи. Так, Ctrl-Z, где я тут ухо намалевал, симметрии у нее, значит, нет. Включим их симметрию и еще раз. Так, набросаем, значит, ухо. Так, ухо где-то тут. Здесь у нее какой-то косяк. А, здесь у нее челюсть. Значит, кисточка Clay Build Up. Brush открываем. Не подтянул я после, значит, YouTube вот эту вот верхнюю планку, но она в принципе, не нужна. Автомаскинг, бакфейс маск, и, значит, попробуем на двоечки, пусть на троечки, да, все это поднабросать. Сделаем DynaMesh, чтобы слилось все это дело, да. Так, теперь через Alt. Так, а ну-ка, тут вот тоже какой-то казус. Кисточка стандарт через Alt, левая кнопка мыши. Отобьем ухо. Набросаем. Подтянем шифтом все это дело, значит, выгладим пока так по примитиву. Так, накидаем мочку, чуть-чуть подкорректируем. Все, набросок вроде бы есть. Так, ну это ж не голова, правильно? Это какая-то кака. Вот, вот это голова. Так, теперь кисточка стандарт.
кисточка стандарт у нас, значит, рисует Alt, левая кнопка мыши. Набросаем впадины для глаз. Так, Clay Build Up. Набросаем ей нос. Так. Видите, насколько шея тут, да? Больше получилось. Все это дело давайте шифтом побольше выгладим, чтобы у нас не было никаких этих артефактов. Выгладим кожу, выгладим нос, выгладим подбородок. Добавим где-то что-то, чтобы дооформить челюсть. Так, теперь что у нас получается? Дооформим виски. Так, все это дело выгладим. Так, теперь у нас идет лоб. Мать моя, это что такое? Так, делаем ей подбородок, выпрямляем ей, значит, вот эти части. Так, флур можно уже выключить. Добрасываем челюсть, добрасываем ей скулу, добрасываем ей мышцы, значит, вот этой, как ее, ну, короче, мягкие ткани ей накидываем, докидываем ей вот этот обод на брови. Так, все это дело выглаживаем. Так, докидываем ей, значит, рот. Мать, да какой же это ужас. А ну, хоть волос добавим. Ну, хоть что-то, да? Это шиздец. Так, уводим ей горло, уводим ей грудинку. Так, плечи, конечно, тоже уводим. Так. Так, прическу доведем вперед. Потом ее там дооформим, тоже докрасим. Так, дотянем волос куда-нибудь этака, потом его закроем, тоже долепим. Так, значит, близко не будем сильно притягиваться к этой модельке. Короче, нужно делать свою. Ну, чуть-чуть нейросеть. На очень чуть-чуть. Не поняла, что тут за фигня. Угу.
Так, рот, это вообще пипец. Так, подбородок, думаю, нужно еще побольше. Так, а тут уже по нациям картинка, потому что я ее не вижу, эту персонажу. Как-то так-то, да? И получается... Так, подбородок еще пониже. Ну, вот такой получается у нас фин, да? Мать моя, да что ж тебя так? Это шиздец какой-то, а? Ну как же так же? Это как так можно было девчонку испоганить, да? Она такая должна пухленькая быть, а то она у меня что-то на скелета похожа. Так, чуть поменьше шею. Так. Что у нее там есть? Так, у нее веки, мешок под глазами. Так, ну давайте обыграем, апаем, добавим сферу, значит, переключимся на сферу, все это дело. Нет ничего хуже переделывать, ну чисто для интереса вот делаю. Мне просто интересно, насколько, значит, с этими, вот с этой моделью можно что-то путнее сделать. Опять же, если вы не умеете лепить, совсем, то бишь, ну все, Гамми помер, да? Ну лучше так, конечно, не делать. Потому что это для интереса, да, нормально будет. Так, Shift Z. Делаем всему этому Dynamesh. Выглаживаем Shift, левая кнопка мыши. И с помощью Move Topology пытаемся придать ей какой-то вид головы, да? Так, мы делаем Mirror, так, это значит есть. Так, теперь что у нас? Видите, как делает нейросеть лоб. Лоб чуть вперед. По картинке у нее подбородок вот острый, значит, здесь тоже что-то должно торчать. Не, ну это... Так, а ну-ка я это лучше приподниму и уменьшу. Ну, так еще куда ни шло, да? Так, тут тоже поуменьшу. Овал вроде бы нормальный. Так, что у нас с губами? Надо ее больше выгладить, чтобы хоть на что-то было похоже. Так, возле рта рот выглаживаем. Так, здесь у нее вот не хватает мне тут кисточки
Почему? Скульптус альфа 6 именно для болванок, да? Ну, само то. Вот видите, какие тут резкие вот эти вот линии. Они меня бесят. Так, ну и давайте попробуем что-нибудь сделать с губами. Так, теперь чуть-чуть, значит, добавим подбородок. Мягких частей поднакидаем вот этих. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Сильно уж. Все тут сильно, все тут так вот. Добавим, значит, кантик немножко по губам. Ну и нижнюю окантовку. И все равно я губами недоволен, да?